Привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы будем с вами оформлять мой ежедневник, планировать эту неделю, и как вы знаете, не за горами у нас будет Хэллоуин, и поэтому я, конечно же, решила сделать свой разворот именно тематический, такой устрашающий хэллоуинский. Что я сегодня буду использовать? Я нашла в интернете вот такие разные вырезки. Это специально для Эрин Конрон или 365 Happy Planners. Вот такой со всякими страшненькими привидениями и черепками. Потом вот такие различные картиночки. Есть и страшные, и смешные, и с разными надписями. Вот такой, вообще это называется Fall Bucket List, это то есть то, что вам надо сделать за осень. Вот, может быть, я что-то отсюда возьму, либо я вообще сделаю отдельный разворот в смешбуке, пока еще не решила. И вот такой тоже для планера. Далее у меня есть вот такие стикеры от Happy Planner, еще вот такие, решила активными пользоваться, сначала мне было жалко, вот, но я понимаю, что все-таки это стикеры, и они долго не живут, потом они перестают быть такими клейкими, у них отслаивается второй слой, поэтому я здесь тоже что-то буду забирать. Ну что, давайте начнем, сначала я за кадром все это дело вырежу, это занимает достаточно много времени, но потом мы с вами будем все оформлять и планировать эту нашу прекрасную и насыщенную неделю. Всем приятного просмотра! Все оформлены, теперь давайте заполнять все наши дела. Выходные это, конечно же, покупки. Стараюсь 3-4 раза в неделю заниматься в тренажерном зале. Если не получается, то заниматься дома. Так, ну это точно у меня будет понедельник, среда. Так, а пятница. Суббота и воскресенье. В субботу или воскресенье хочу сходить с ребенком на новый мультик, который называется, если я не ошибаюсь, «Тролли». Также каждый день я стараюсь заниматься английским языком. Я пошла на курсы, и это не обычные курсы, которые, знаете, там 2-3 раза в неделю, по вечерам, по 1,5-2 часа. Это
Эти курсы специфические, они идут с утра все и до вечера, у них есть свое расписание, вы выбираете, хотите утром, хотите днем, хотите вечером, на любые занятия. У них там разделено и Reading Club, и Movie, потом есть у них всякие грамматика, чтение и так далее, разным уровнем. Также есть еще французский, итальянский, и потом еще добавится несколько других языков. Покупаете, можно купить без лимит, можно купить, например, на выходных только будете ходить. В общем, очень классная вещь. Мне надо срочно потянуть свой английский, поэтому я стараюсь каждый день заниматься. Если вдруг мне не получается, или по расписанию, например, не получается пойти, то я тогда занимаюсь дома. А, кстати, если вам интересно, как я учу английский дома, какие у меня есть книжки, у меня их большое количество, и в каждом есть какая-то своя прелесть или какие-то программы в интернете, то обязательно пишите, и я сниму отдельные видео. Я решила в четверг освободить под съемки видео. Я давно уже не выкладывала, по-моему, 5 дней. Вот, пора наверстать, потому что совершенно нету времени, бешеный график, утром уходишь, поздно вечером приходишь. Вот, поэтому четверг — это чисто YouTube день. Также распишу распорядок дня ребенка. To-do list, который надо обязательно будет сделать на этой неделе. У меня получилось расписание на эту неделю, уже конец октября и не за горами ноябрь. О, ужас, как быстро вообще время летит. Конечно же, здесь не все мои планы, а только самое основное, что я вот точно сейчас знаю, что надо будет обязательно делать, а все остальное я буду уже дописывать по ходу. Спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели это видео. До скорой встречи. Пока-пока.